что ваше тело – это машина. Машины управляют мозг. У мозга есть опыт, который позволяет выбирать направление. У мозга есть страсть – успеть как можно больше, продвинуться как можно дальше. И есть страх, как инстинкт самосохранения. А что в это время делала душа? А душа просто сидела в пассажирском кресле и переживала происходящее. Переживала и не вмешивалась? Она пыталась, она орала, она подавала какие-то знаки, но мозг ее не слушал. Он вообще ей не доверяет, как правило. Попробуем поступить иначе. Доверим душе управлять телом. Мозг выбирал направление, используя опыт. Но опыт – это знание о прошлом. А душа будет выбирать направление, используя интуицию. Интуиция – это знание о будущем. Мозг давил на газ под влиянием страсти, но страсть заканчивается, когда цель достигнута. У души есть более веские причины двигаться вперед. Это любовь. Я не только об этом. Я о любви вообще. О дружбе. О милосердии. О сострадании, наконец. И душа всегда знает, когда нужно остановиться. Потому что у нее есть совесть.